Всем привет! Вы на канале Mars Life. И в сегодняшнем видео я попытаюсь вам рассказать о своем опыте пребывания в Чехии, о том, как мы ехали первый раз. Много получаю от вас писем с вопросами, стоит ли ехать, стоит ли перебираться в Чехию, жить, работать и бросать свою работу в Украине. Попытаюсь на все эти вопросы вам сегодня ответить. Единственное, что, ребят, сразу говорю, я буду отталкиваться от своего опыта, от нашего опыта с Алиной, поэтому помогут вам эти рекомендации, советы, не помогут, я не готов вам, как бы сказать, на 100%, но нам они помогли, и мы сейчас, в принципе, себя неплохо чувствуем, работаем на постоянной работе, все у нас, в принципе, неплохо, лучше, чем в Украине по заработку, по жизни, пока не готов сказать, еще мало времени прошло, вот, но несколько пунктов я вам как бы постараюсь рассказать и поделиться своим опытом. Итак, первое, что самое важное, необходимо вам будет принять, это мысль о том, стоит ли ехать вообще в Чехию. То есть нужно хорошо обдумать в первую очередь, взвесить все за и все против, что конкретно вы теряете, если вы уезжаете из Украины, вашу работу, ваши заработки, сколько вы можете отложить в реальности, не просто жить в ноль. То есть вот это все нужно просчитать. То есть, отталкиваясь от этого, сразу скажу, когда мы получили первое предложение на поездку в Чехию на 3 месяца, мы с Алиной сели, взвесили все реальности того, что нам предлагали. Опять же, сейчас дальше чуть-чуть коснемся. Тут есть свои минусы на самом деле. Вот. Поэтому все просчитали, что мы потеряем, что мы приобретем, какая вообще цель нас ждет. То есть мы поставили себе реальную цель, это заработок на квартиру в Украине. Можем ли мы ли эту цель достичь или не сможем ли эту цель достичь, за какое время. То есть получать новый опыт, ну и соответственно начинать жить с нуля. Полностью с нуля, почему? Потому что это реально чистый лист, который реально придется, так сказать, перевернуть и прожить заново. Вот. Это как бы самое первое, с чего стоит начинать. После того, как получили мы уже, так сказать, информацию, цифры, как обычно это посредники скидывают, там сколько будете получать, сколько можно часов работать, сразу скажу, это самое плохое и самый неправильный шаг. Просчитывание своей будущей зарплаты, то, что вы будете получать, и когда вы приедете. Ребят, нельзя так делать, на самом деле это неправильно. Ну, мы так тоже сделали, мы посчитали, мы поняли, что, блин, 24, если будем зарабатывать, это вроде бы не так много, как и в Украине. Но, скажу честно, из этих 24 вы можете отложить 18-15, это если, опять же, смотря сколько вы будете работать. Это очень приличные деньги, и если посчитать на те же 3 месяца, ну, в принципе, неплохо, можно привезти домой. Второй пункт – это рассчитывайте, ребят, не на лучшие условия. Все, что вам пишут, это, ну, ваши предложения, которые вам предоставляют посредники, агентства. То есть не всегда все может быть так, как описано в той смс-ке или по почте. Почему? Потому что большинство агентств не было на тех работах, и я вам скажу больше, не знает вообще о тех условиях, которые там на той работе могут вас ждать. Поэтому настраивайте себя сразу, скажу, не на самый лучший вариант, а настраивайте реально себя на худшее, что вообще может произойти. Ну, понятно, что это вообще не означает, что все печально. Нет, мы реально себе так представляли, что будь как будет, поедем, попробуем, рассмотрим этот просто вариант как путешествие. То есть реально это вариант будет у нас считаться, как будто мы поехали там путешествовать, при этом возможность себе получили заработать денег. И все. При любой ситуации, которая у вас будет складываться, ни в коем случае нельзя опускать руки. Это в первую очередь. То есть все может быть не очень хорошо, это может быть и не совсем хорошее жилье, это может быть и не совсем хорошие условия труда, как описывается, это может быть не оплата труда не соответствующая той информации, которую вам предоставляли. Ну, тут много факторов, которые могут вас ожидать. Третий пункт, ребят, это когда уже вы приедете в Чехию,
устроитесь на работу, первое, что от вас требуется, ребят, это работать. Это реально важный пункт. Это не думайте, что вы приедете, и вас тут уже ждет ваша $1000 там, или 1000 евро, или полторы, не знаю, сколько вы там хотите себе зарабатывать. Реально нужно работать, показывать желание работать, рвение, активным быть. Ну, опять же, в зависимости от той работы, которая у вас будет. Пытаться интегрироваться в общество, общаться с людьми. Я понимаю, что вы, как и мы, не знаем языка. Но всячески нужно стараться запоминать хотя бы какие-то элементарные слова, элементарные вещи, которые помогут вам адаптироваться в этой работе и, соответственно, дадут вам шанс больше заработать денег, как нам это, в принципе, помогло. То есть мы показывали своим желанием всем, что мы готовы здесь работать, готовы зарабатывать. Да, кто-то может сказать, вы не совсем дружите с головой, потому что мы работали реально по 300 часов в месяц, это практически без выходных. Но это было первый раз. Сейчас мы так не работаем, мы работаем сейчас по 8-10 часов максимум в день. Вот, и, в принципе, этого достаточно для того, чтобы зарабатывать какую-то определенную сумму денег, которая нас устраивает, тем не менее. Вот. То есть это тот пункт, который реально показывает, как бы, то, на что вы способны, что вы сможете реально привезти из Украины. Не просто приехать, из Чехии, не просто приехать в Чехию, проесть все деньги, при этом не показать себя и уехать обратно домой. Следующий важный пункт, я считаю, это пункт, который, так сказать, важен по вашему здоровью. Это хорошо кушать, хорошо питаться, не экономить на еде, потому что реально здесь вы по 8, по 10, по 12 часов будете реально работать, а не стоять там, грубо говоря, простаивать время, часы и при этом зарабатывать деньги. Поэтому энергии будет тратиться очень много, и кушать нужно хорошо. Я вам так скажу, в месяц, ну сейчас, на данный момент, мы с Алиной тратим где-то по 6-7 тысяч крон на двоих. Кушаем абсолютно все, что хотим, то есть не так, что мы там пришли. И да, выбираем по акциям, конечно же, стараемся экономить в этом варианте, потому что это все здесь способствует этому. Вот. Но, тем не менее, мы не отказываем себе там в каких-то сладкостях, каких-то там преимуществах там в рыбе, допустим, там какой-то дорогой, либо еще там в чем-то. То есть мы реально кушаем то, что хотим. И советую вам также делать, то есть не надо там, как некоторые там ребята покупали одни макароны там и сосиски, на них там жили все 3 месяца. Это не вариант, поверьте. Приехать домой, потом лечиться, ну, не знаю, это, наверное, не самый лучший вариант. А следующий пункт, ребят, все, кто едет работать в Чехию, обязательно, мы уже говорили, в принципе, в видео, которое мы снимали ранее, что брать с собой. Брать деньги с собой, не ехать в одну сторону. То есть берите там $200-300, они лишними не будут, потому что ситуации бывают разные. У нас, вот мы когда приехали второй раз в Писек, нас, допустим, нам не давали авансы, нам просто сказали, что первый месяц вы живете за свой счет, а дальше уже после получения зарплаты, соответственно, там уже будете рассчитывать на те деньги, которые вы заработали. Вот, поэтому первый месяц потратили там порядка $300. Ну, вот, это, в принципе, те же 7,5 тысяч крон. Вот, ну, не так, что приехали и ждем тут с распростертыми объятиями, давайте наши деньги, потому что мы еще даже не работали, но хотим денег. Вот, поэтому берите с собой деньги, в любом случае они не помешают. Не потратите, останутся, привезете обратно домой. Вот, а еще важный пункт, следующий, который касается, опять же, работы. На работе, то, что я сказал выше, нужно обязательно работать, показывать себя активно со своей стороны, ни в коем случае не спорить, не ругаться, не вступать в конфликты ни с кем. Ну, это как бы желательно, конечно. У нас были такие ситуации, когда нас провоцировали. И самое обидное, что это провокации были со стороны украинцев, вот, которые уже там проработали какое-то определенное время, знают какие-то тонкости, нюансы, фишки какие-то. Ну, это... Есть такая проблема на самом деле. Не везде, конечно, но есть.
Вот, поэтому тут как и на работе, так и в обществе вот эти все моменты, которые я озвучил, желательно не использовать, то есть не нужно конфликтовать, просто вы не забывайте, что вы представители своей страны, и, допустим, те же чехи, они ценят, оценивают людей сразу, понятно, что с первого вида, а потом, если как и общаешься, пускай даже половина не понимает, что вы говорите, но на самом деле взрослые чехи, они понимают русский язык очень хорошо. Они просто притворяются, делают вид, что они его не знают, что это такое, не первый раз его слышат, но на самом деле не так. Поэтому будьте внимательны, я вам советую этого не делать. То есть не надо ругаться, не надо спорить. Если там какую-то сделали ошибку, извинились и делайте дальше, как вам показали на работе, либо как нужно это делать по инструкции. Вот. Ну и самый основной пункт, конечно, это касается тех ребят, кто едет на 3 месяца. Быть готовым к возврату в Украину. В чем здесь как бы такой основной момент? Ну, по нашему опыту, так скажу, мы приехали, мы сразу, никаких перерывов не было, мы сразу пришли работать на те же работы, на которых мы работали изначально. То есть это самое основное, это поиск работы был. Ну, Алина работала на другой работе, я вернулся в ту же компанию, в которой работал. Тут самое главное не рубать концы с вашей фирмой, где вы работали, ну, если вы хотите, опять же, возвращаться в Украину. Вот. Либо искать новую работу, потому что если вы хотите отсидеть коридор 3 месяца и дальше поехать обратно, допустим, в ту же Чехию, приехать домой, не растратить все заработанное. Это, знаете, наверное, самое важное, что нужно сделать. Потому что тогда весь смысл этих всех заработков и достижения каких-то ваших целей, вашей мечты превращается просто в ноль, обычный ноль. И в итоге все начинается с нуля. Вот такие вот главные моменты, которые помогли нам адаптироваться, пожить, поработать в Чехии. В принципе, мы сейчас опять же находимся в Чехии и продолжаем дальше идти к своей цели. Чего и вам желаю, добивайтесь своих целей. Не переставайте мечтать. Всем приятного просмотра. Подписывайтесь на канал. Всем пока.